Здравствуйте, на 12 канале новости, в студии Денис Жарков. Смотрите в этом выпуске. Тепло влетит в копеечку, а мечам придется доплатить за отопление. Заглох в мороз, выручит патруль. Сибирские дорожники собираются объезжать федеральные трассы каждые 3 часа. Скрутило так, что вздохнуть нельзя было. Я пораталась, когда я начала ходить, когда я встала. Немецкие врачи поставили Леру из Нововаршавского района на ноги, но теперь нужна финальная операция, как и мечи могут помочь девочке. И отдельно пальма, отдельно настоящее молоко. В России изменили правила продажи молочной продукции. А мечам придется доплатить за отопление. В компании «Омск-РТ» заявили, что в прошлом году горожане потребили больше тепловой энергии, чем в 2017-м. Произошло это из-за рекордной продолжительности отопительного сезона. Перерасчет компания-поставщик ресурсов провела для жителей 1135 многоквартирных домов. Для 260 из них корректировка произошла в сторону уменьшения. Средства пойдут в счет будущих платежей. А вот жители 875 домов потребили тепловой энергии больше, чем было начислено по среднемесячному потреблению. Сумма корректировки будет распределена между жильцами пропорционально площади квартир. В течение года в домах, имеющих общедомовой прибор учета, начисляется либо норматив потребления равномерными долями в течение года. По истечении года мы смотрим, сколько мы начислили в натуральных единицах, то есть в гигакалориях, жителям этого города по квитанциям, исходя из среднего или норматива, и сколько показал фактическое потребление общедомовой прибор учета. Если общедомовой прибор учета показал количество гигакалорий, потребленных домом, больше, чем начислено гигакалорий в квитанциях, мы делаем положительную корректировку, то есть у мечей появляются доначисления. Тем временем россиян могут начать наказывать за отказ ставить счетчик газа. Такое предложение внес в Госдуму глава комитета по энергетике Павел Завальный. Согласно поправкам в административный кодекс, который сейчас рассматривает правительство, штрафовать за неустановленный в срок приборы учета будут уже не компании, а потребителей. До 2012 года россияне должны были поставить счетчики. Если этого не произошло, ответственность лежала на поставщике. По словам депутата, в указанный срок не были установлены 1 200 000 счетчиков. На данный момент компании поставили 800 тысяч приборов, остальные установить не смогли. Потребители не пустили их в квартиры. Завальный считает, что штрафы позволят решить этот вопрос и в перспективе проблему неплатежей. Дорожников перевели на усиленный режим работы. В ближайшие дни подрядчики Сибупр Автодора будут каждые 3 часа патрулировать трассы. Это связано с сильными морозами до минус 40 и ниже, которые с 31 января по 4 февраля ожидаются в Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Бригады будут объезжать федеральные трассы на патрульных машинах, оснащенных средствами обогрева, чтобы вовремя оказать помощь водителям в случаях вынужденных остановок. Автовладельцам советуют по возможности пока воздержаться от дальних поездок, а если это невозможно, обязательно проверить перед выездом техническое состояние автомобиля, запасы горючего, наличие средств связи. С собой также стоит взять и горячий чай, и теплые вещи. Перейти на цифру, а мечам помогут волонтеры. Их подготовил радиопередающий центр. Пенсионерка Антонина Голубина из Омского района стала первой, к кому приехали добровольцы, чтобы помочь по ее просьбе подключить приставку. Удалось ли поймать цифровой сигнал и как после отключения аналога не остаться без 12-го канала, знает Анна Черных. Подключаем антенну и переводим на цифровое вещание. Теперь у вас 20 федеральных каналов. Пара подключенных проводов, нехитрая настройка и телевизор уже на цифровой волне. Теперь Антонина Никитишна сможет смотреть федеральные каналы в идеальном качестве, с четкой картинкой и без помех. Жительница Омского района, награжденная медалью за освоение целинных земель, стала первой, кому волонтеры областного радиотелепередающего центра помогли перейти на цифру. Я обратилась к волонтерам в радиотелепередающий центр. И вот мы приехали, да, и мне прекрасно поставили, и телевизор идет очень и очень хорошо. Я очень довольна. Проблемы были большие. Не все каналы шли, значит, да, они чисто шли. А сейчас прекрасно идут.
В случае проблем с настройкой приставки специалисты готовы прийти на помощь и другим жителям региона. Впрочем, сделать это можно и самому. На сайте omsk.rtrs.ru найти инструкции по переходу на цифру, а также номер горячей линии по бесплатному телефону 8 800 220 2002. Консультанты расскажут, как настроить телевизор на нужный формат. Кстати, времени у омичей на это осталось не так много. После 3 июня в регионе аналоговое вещание федеральных каналов отключат. Ну и без 12-го канала телезрители не останутся. Он продолжит вещать в аналоге, поэтому просто при подключении приставки нужно позаботиться о том, чтобы она одновременно принимала и цифровой, и аналоговый сигнал. Для этого понадобится вот такой антенный кабель. Его можно купить в любом магазине буквально за 100 рублей. Подключаем его к приставке. И дальше с помощью пульта переключаем цифровое вещание на аналоговое. Продолжит 12-й канал вещать во всех кабельных сетях, а скоро, возможно, появится и в цифре. Совет Федерации предложил дать региональным телекомпаниям место в эфире телеканала ОТР 2 часа утром и 2 вечером. Рассматривается и возможность создания для региональных каналов отдельного 3-го мультиплекса. Анна Черных, Вадим Насардинов, 12-й канал. А теперь Горбатый. В Омске специалистам предстоит определить состояние Октябрьского моста, больше известного омичам как Горбатый. Последний раз сооружение исследовали 22 года назад после реконструкции. Тогда состояние моста признали удовлетворительным. Конкурс на проведение экспертизы уже объявлен. Начальная сумма контракта 1 300 000 рублей. Победителю торгов до 30 апреля необходимо будет оценить состояние моста, его грузоподъемность, а также дать свои рекомендации по содержанию и ремонту. Напомню, Октябрьский мост был построен в 1962 году. На подъезде к переправе был спуск, а затем подъем. Со стороны конструкции напоминало горб, за что сооружение и получило свое обиходное название. Добавлю, на прошлой неделе также объявили конкурс на обследование Фрунзенского моста за 1 100 000 рублей. С 1 июля молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира будут стоять на прилавках отдельно от других товаров. А о том, что это натуральная продукция, покупатели оповестят специальные указатели. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что в последнее время в промышленности активно используются растительные жиры. Это увеличивает срок хранения, снижает себестоимость. Но не всем такая продукция по вкусу, а на упаковке информация о том, что продукт не натуральный, может и не быть. По мнению премьера, новые требования помогут малым и средним предприятиям, которые занимаются производством молока. Тем временем стало известно, что Минтруд пересмотрит состав потребительской корзины. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. Нынешний состав корректировали в 2012 году. В продуктовую корзину сейчас входит хлеб, макароны, картофель, овощи, бахчевые, фрукты, мясо, рыбные продукты, молоко, яйца, растительное масло, маргарин, соль, чай и специи. Предполагается, что в новом варианте увеличат содержание мяса на 5%, рыбы на 16%, творога и яиц на 14% и птицы на 11%. Это может привести к подорожанию корзины сразу на 30%. Топилин отметил, что все необходимые расчеты нужно подготовить к 2020 году. Почти 3 миллиона рублей необходимо маленькие омички на операцию по выпрямлению позвоночника. Лера Тараненко учится в 4 классе, но в стенах школы никогда не бывало. Несколько раз в неделю педагоги приходят к ней домой. Среди любимых предметов математика, в этой науке, говорит девочка, все логично и четко, не так, как в ее жизни. Кругом сплошные запреты, в 11 лет нельзя прыгать, бегать, танцевать, кататься на коньках. Все дело в диагнозе – идиопатический кифосколиоз, заболевание врожденное. В раннем возрасте позвоночник крохи стал искривляться. Немецкие врачи смогли невозможное – выпрямили ребенка, но требуется еще одна ключевая операция и несколько миллионов рублей. Екатерина Шипилова продолжит. Страшный поворот в жизни Леры случился, когда ей было всего несколько месяцев. Во время купания мама заметила, позвоночник малышки слегка изогнут. Сельские врачи заверили, повода для особого беспокойства нет. Предложили парафиновые накладки, корсет и чаще делать массаж. В итоге Леру скрутило на 130 градусов. Позвоночник принял форму английской буквы «С». От этого органы сдавило. Собственное тело стало тюрьмой, где вместо решетки ребра. Грудная клетка практически касалась бедра. Таз завернула по спирали. Одна нога стала длиннее другой на 10 сантиметров. Случай сложнейший. Каждый день Лера терпела невероятную боль, но ни один российский доктор не брался помочь. И поставили еще там страшнее диагноз нейрохирурги, что у нас опухоль спинного мозга.
И отправили нас как бы после этого домой, сказали, консультируйтесь с Москвой. В общем, насчет этой опухоли мы вам ничем помочь не можем. Надежда оставалась на зарубежных специалистов. Был отправлен запрос в 7 европейских клиник. Откликнулась одна – университетская больница в немецком Тюбингене. После долгих переговоров удалось добиться встречи со всемирно известным нейрохирургом Николаусом Вюлькером. В самолет Леру доставили на носилках. Ходить она уже не могла. В Европе позвоночник скрепили специальным стержнем. И в этот момент, впервые за долгие годы, девочка свободно вздохнула. Тело вытянулось сразу на 6 сантиметров. Внутренний органы встали на места, а легкие полноценно заработали. Я порадовалась, когда я начала ходить, когда я встала первый раз. Это как это было в Германии? Да, я могла бегать, прыгать. Разница в длине ног сейчас уже не 10, а 5 сантиметров. Лера носит специальную обувь, где один из ботинков на высокой платформе. И все же позвоночник еще изогнут. Проведено 3 операции, нужна еще одна. Сейчас должна быть последняя конечная, и эта операция закрепит отделы позвоночника, которые подвержены изменению, деформации, и ребенок уже в силу своего возраста, развития физиологического развития организма, укрепления мышечной массы, формирования костного скелета уже должна быть нормальной. В клинике Германии маленькая улыбчивая амичка стала любимицей, а знаменитый Вюлькер даже несколько раз отказался от собственного гонорара, чтобы помочь ребенку. На встречу идет и немецкий благотворительный фонд. Он внес 15 тысяч евро на лечение, но требуется еще почти 3 миллиона рублей. Таких денег у семьи Тараненко, конечно, нет. Супруги живут в небольшом селе Нововаршавского района. Папа – механизатор, мама ухаживает за больной дочерью. Но благодаря вам Лера может получить шанс на нормальную жизнь. Все данные есть на сайте благотворительного фонда «Радуга». Отправить любую сумму можно и на короткий номер 3443, указав, что она для Леры, девочки, которой очень хочется ходить не хромая, с высокоподнятой головой и прямой спиной. Екатерина Шипилова, 12 канал. В Омске появится второй «Буквоград». Это интерактивное пространство для детей из многодетных и нуждающихся семей. Кукольный театр, спортивный уголок, большая коллекция книг, в том числе книги с дополненной реальностью и тренажеры, а также обучающие занятия и мастер-классы. Опытные педагоги познакомят маленьких хомячей с цифрами и буквами, научат определять время и строить роботов, и все это бесплатно. Напомню, первый «Буквоград» появился в октябре прошлого года в Советском округе в библиотечном центре «Дом семьи» по улице Химиков. Проект получил президентский грант 500 000 рублей. На эти деньги решили открыть второе интерактивное пространство для детей в библиотеке имени Крупской. Купили необходимое оборудование, сделали косметический ремонт помещения, заменили потолок. Открытие «Буквограда» сегодня в полдень. Студенты омской «Шабалинки» сегодня впервые на публике сыграют на новых инструментах от президента. Для мечей они подготовили концерт, который пройдет в главном корпусе училища в час дня. Напомню, деньги на инструменты по просьбе губернатора Омской области Александра Буркова выделил Владимир Путин, всего 50 миллионов рублей. До этого последнее масштабное обновление в Шабалинке было почти 60 лет назад. Сейчас закупили народные инструменты, рояли, а также скрипки и виолончели. Их в училище до этого никогда не было. Переоборудовали библиотеку, в ней появились современная компьютерная техника, цифровое пианино, качественные наушники. Вскоре поступят мультимедийные доски, оборудование для кабинета музыкальной информатики со специальным программным обеспечением, на котором студенты смогут обучаться основам аранжировки и записи фонограмм. Купят также ударную установку, флейты, кларнеты, гобои, фаготы, трубы, баян. Отмечу, что в училище обучается 180 студентов, а в этом году Шабалинка отметит столетний юбилей. Впереди еще прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Где лечиться? Есть ответ. Приходите в Ситимед. В завершение выпуска о погоде. Сегодня, 30 января, по области в Омске будет пасмурно. Температура воздуха в районах днем до минус 16. В Омске ожидается 12 градусов холода. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Далее на 12 канале смотрите программу «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Увидимся в 14 часов. Хорошего дня.